саженцы Барбариса тундерга фламинго, Барбарис тамбарджии фламинго, удивительный сорт с невероятно красивой листвой, яркими розовыми побегами и эффектной кроной. Ценится растение за возможность украсить любой уголок сада. Горящее серебристо-розовое пятно озарит любую композицию. Мелкие листики с мраморным рисунком покрывают розоватые побеги. Крона имеет шаровидную форму размером 1,5 на 1,5 метра. Цветет барбарис в мае не менее 2 недель желтоватыми мелкими цветами. А к осени, когда листва опадет, куст покрывается ярко-красными ягодами, украшающими его всю зиму. Барбарис тундерга фламинго – это многолетнее растение. Барбарис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола барбарис тундерга фламинго можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – карликовый. В качестве места выращивания барбариса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает барбарис тундерга фламинго в месяц май. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы барбарис могут быть до 1 см. Как правило, на одном цветоносе размещается более 4 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Барбарис тундерга фламинго имеет осенний срок созревания. Плоды барбариса созревают в месяце сентябрь. Форма у плода продолговатая. Цвет плода красный. Обратите внимание, что барбарис тундерга фламинго – частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.